В майские праздники в Тверском цирке состоялась долгожданная премьера для детей и взрослых. В наш город приехала программа «Принц цирка», созданная режиссером Русланом Ганеевым, обладателем высоких цирковых наград, в том числе международной премии циркового искусства «Мастер». Наша съемочная группа побывала на премьере циркового спектакля, главными героями которого стали дрессированные животные и птицы, акробаты и, конечно, клоуны. Тему продолжит наш корреспондент. «Принц цирка» – уникальная программа, история создания которой началась в 2019 году. За несколько лет удалось создать яркий спектакль, аналогов которому нет. Манеж во время представления превращается в настоящую сцену, роскошные реквизиты и авторские костюмы переносят зрителя в атмосферу дворца эпохи барокко. Зрители становятся свидетелями бала маскарада, на котором есть и футуристичные велосипедисты, воздушный гимнаст, взмывающий под купол цирка под слова великого Юрия Гагарина и дрессированные попугаи, катающиеся на мини-велосипеде. В каждом номере своя история и своя главная мысль. История любви. Того робкого юноши, который общается с понравившейся ей девушкой с помощью, там, посылает цветы через попугаев, какие-то знаки внимания какие-то. Многие номера снискали себе славу у зрителей, имеют серьезные награды, в том числе и аттракцион «Один среди львов» под руководством Владислава Гончарова. Владислав работает в клетке с африканскими львами-самцами один. Он не использует ни хлыстов, ни палок. Единственный необходимый аксессуар – это пруд из мягкого металла, служащий для того, чтобы давать львам поощрительные кусочки мяса во время выступления. Животные рождены рядом с людьми. Это позволяет Владиславу выполнять контактные трюки. Впрочем, нельзя забывать, что это все-таки хищники. Лев остается львом. Невозможно инстинкт погасить, притушить его, никак и задавить. Он, когда становится половозрелым самцом, он доказывает всем вокруг, и в том числе мне, что я здесь лидер. Реакция ожидаема от такого шоу. Полный восторг. Очень классное представление, там еще собаки очень приручные и попугаи, там вообще класс. Мне понравились воздушные акробаты и попугаи. Очень красочно, очень весело, оригинально. Уникальный спектакль «Принц цирка» можно будет увидеть в Тверском цирке до 5 июня. Спешите на невероятное шоу «Поднять себе настроение».